Горно-Алтайск, центральная площадь. Все готовятся к Новому году. Вот такая здесь площадь. Вот такая здесь елочка. Все в снегу. Последствия снегопада еще не устранили. Устраняют. Подготовка полным ходом. А в Барнауле сегодня должны открыть уже центральную елку. Ее я тоже завтра засниму. Вот такой он, Горно-Алтайск. Небольшой городок. Столица Республики Алтай. Сегодня здесь еще относительно тепло. Если в Барнауле минус 20, то здесь всего 8 мороза. Такой городок снежный строят, здесь лепят. В этом году снега как никогда. Очень много. Вот такой здесь Дед Мороз со Снегуркой. С Новым годом всех! С наступающим! Алтайская красавица елка. В городе Барнауле, перед ним такой трон для Деда Мороза, я думаю. Может быть, еще для кого, мало ли. Такая елочка у нас нынче. Барнаул, Алтайский край. Осталось всего у нас полтора дня до наступления Нового года. Вот такой снежный ледовый городок. Центральной площади Барнаула построили. А вот она, шикарная ель, которая заняла третье место по России по высоте. Правда, почему-то игрушек, но они совсем немного. На игрушек, наверное, не хватило денег. Сегодня прекрасный денечек, падает снежок небольшой. Морозы хоть закончились. А то что-то у нас чередуется. То морозы, то снегом все завалит. Ну, такой дворец спорта с правой стороны. И вот такой огромный медведь здесь стоит еще. Надули медведя такого огромного в этом году. И чувствуется. Чувствуется наступление праздника. Люди радуются. Катается детвора. Отлично, всех с наступающим Новым годом. Из Барнаула, а также с Алтая, со всего Алтая. Так что вот такие у нас декабрьские денечки последнего 2019 года. Все, еще раз всех с наступающим. Счастья, здоровья, любви. Всего самого наилучшего.